Друзья, всем привет. Пройдемте за мной, кое-что вам покажу. А теперь руки вверх, это ограбление. Ограбление вас на времечко. И также надеюсь на лайки, комментарии и так далее. Сегодня, как вы догадались, у нас испытание с ограблением и выбором карт. А кто не догадался, то я только что раскрыл смысл этого видео. Поэтому поехали играть, выбирать карты и сражаться, грабить. Я возьму ведьмину бабку, жесткая карта, будет превращать кабанов. Возьму подрывника, он вроде подольше жить должен. Таран. Здесь вопрос. Принц или бандитка? Наверное, принц. Хотя у него куча мелочевки. Да, все равно принц. Он без вышек жесткий. Ну что, нам надо будет пробовать реализовать как-то свою ведьмину бабку. Сплэша у нас предостаточно. Поэтому все должно быть хорошо. Подрывника выставлю. Ну давайте принца выставлю. Если что, буду бревно как-то отдавать против его мелочи. Опа! Опа, момент. Момент для призыва. Дракончика еще добавлю здесь, чтобы бабка моя жила. Живи, бабка. Да блин. Не выжила бабка. К сожалению. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Печальненько-то как. Ну, мне надо выкрутиться до этого. До принца снова. Мега-рыцаря не ожидал. Ой, хорошо, дракончик лучший просто. Так, опять бабку надо призывать. Получается. Ладно. И она еще и валькирию сейчас законтрит. Хорошо. Бабка лучшая. Здесь духа только скину. Подрывник, работай. Работай, кидай бомбочки. Еще бомбочку. Еще бомбочку. И еще бомбочку. Хорош, подрывник. Да, мне здесь, конечно, попортило крови. Валькирия? Но что поделаешь? Так, дракончик, да, хорошо, молодец. Услышал мои предложения. А давайте кайтить тараном здесь. Это самое. А здесь вот так вот сделаем. Ай-яй-яй, одна мышка. Одна мышка осталась в живых, к сожалению. Ой, все печально. Ладно, ведьмина бабка призовет нам немножечко этих кабанов, а мы пойдем в атаку. Мы пойдем в атаку с дракончиками, с адскими гончими и так далее. И ведьмину бабку я теперь буду спасать. Бревно не докатится до копейщиков, к сожалению. Ну ладно, погнали по другой стороне тогда. Еще одну ведьмину бабку здесь накинем. Ну шо, ты уже не такой резвый, да? Вот так вот. Стоило показать тебе гончую, и все изменилось, да? Хорошо, это победа. Это все, это победа. Это ты ничего не сможешь сделать. Открывай сейф, что там лежит? За что боролись? Показывай награды. А я заберу все награбленное. Ну давай уже, открывай сейф. Что в нем было? За что я так боролся яростно? Все? Все? Ничего особенного? Эх! Была спланирована такая операция. Я поднял все связи. Мы собрали команду из бабки, из принца. И все это ради того, чтобы ничего не выпало из сейфа. Ну как-то так даже обидно. Кабаны хорошо. Кладба вообще замечательно, кстати, в этом испытании. Я возьму кладбу, пожалуй. И возьму летающие карты. Летающие карты сложно здесь контрятся. И по этой же причине, наверное, возьму костяных. Хотя маг тоже такая карта надоедливая. Но ладно. Пусть маг будет у него. У меня уже... Мне кажется, что костяные будут лучше в моей руке. Темный принц имеется. Это хорошо. Пока ничего не буду ставить. Пока подожду его.
Бревно можно скинуть, но тоже не буду. Угу. Ну, давайте тогда миньонами здесь это законтрим как-то, если получится. Наверное, не получится, да, чисто миньонами, потому что копейщики-то... Давайте темного принца сюда тогда, раз уж придется. Все равно добивать этого копейщика. И летучку, пожалуй, как-то вот... Нет, уже нет. Уже тогда нет. А, да, еще тычку. А еще... Нет, еще тычку не даст. Ладно. Вот гоблин-гигант тоже очень хорошая карта против моей-то кучи летающих штуковин, которые не обладают запасом здоровья. Угу. Вот и маг появился. Ну что, все плохо. У меня пока размены ужасные. Единственное, вот такой плюс есть. Который, бам, и сюрприз. Не многовато ли ты эликсира потратил? Не, не многовато. Нашлось у него чем задефаться, к сожалению. О, вот теперь многовато. Блин. Ну ладно. Костяные тогда. Вот эта мелочевка, она имбует в этом испытании. А у меня не, вообще никакой мелочевки нет. Ни одной карты. Коргиг этот. Ну, до двойного эликсира его точно оставить не буду. Давайте костяной... темный принц, наверное. И за ним летучку поставим. Убивать этого жердяя. Летучку вот так поставлю. Кладба, конечно, была ужасная, но использована. Забыл я про банду гоблинов почему-то. Так, давайте вот так вот я расставлюсь. Вот так вот я поставлюсь. Костяных отсюда. Так, поставим нашу летучку всеми правдами и неправдами. Это наша важнейшая карта в этом противостоянии. Блин, точно, у него же эта фиговина еще есть. Но летучка, вон, смотрите-ка, зафокусилась. Пойдет такое. Теперь надо крутиться до чего-то, до чего-то жирного. До темного принца в данном случае. Видите, у меня один только мини-танк. И сложно из-за этого справляться с этими сплошевиками. И с охотником, и с магом. Вот он их ставит просто из глубины, и все. Ну что, коргигом будем принимать удары гоблина для начала. Затем так. Так. Как-то. Хорошо, добили хотя бы этого товарища. Блин, ну мне здесь никаких перспектив. Вообще никаких. Чем вот атаковать? Чем размениваться? Ну, давайте вот так попробую. Ну, блин, это вообще ужасно так-то. Рыбака сюда добавим. У него там летучка, помним про это. Но летучка полностью Ой, не летучка, а королевская почта. О, землетрясение уже пошло. Чувствуешь, да? Страшно? Ну, теперь тащи. Чё, ты думал, ты один умеешь атаковать? Нифига подобного. Так, надо на другую сторону. Надо кладбу, точно. Кладба погнала. Шо, не ожидал? Не ожидал? Камбэк Израиль. Изрил. Или что там, как там? Не нравится уже защищаться? Мне тоже не нравился. Не нравилось. У тебя тем более контра. Давайте еще кладбу. Надо дожимать на тройном эликсире уже все. Так, летучка здесь. Добила летучка, умничка. Костяные. Темный принц здесь. Летучка еще одна. Так, чтобы по правой пошла. Кладба. Кладба обязательно. Здесь миньончики. Давайте, скелеты, фигачьте. Давай, темный принц, разгонись. Разгонись, раз. Два. Выиграл, что ли? Фу! Фух! Вернее, жесть! Это вот такое испытание? Мне оно не нравится. Мне оно не нравится вообще.
Вот у него была жесткая контра, жесткая контра. Все были ответы. Королевская почта, кстати, имба в этом испытании, судя по всему. Фух, вот это было сложно. Так, что возьмем? Гоблинский бур возьмем. Конечно же, королевскую почту, пусть он сам с ракетой там извращается. Адская гончая, мне кажется, тоже хороша в этом испытании. Шахтер, ну вот шахтер не знаю. Шахтера возьму, чтобы убивать всяких магов, вот этих вот охотников. Вот это самая большая проблема в этой испе. Вообще с ними никак не разменяться нормально. А у меня их не было в прошлом этапе, и поэтому было вообще капец как сложно. Давай, Иван Риэл Г. Ну чё, я думаю, я скину гоблинов. Таким образом крутануть до охотника. И здесь скину еще вот так вот. Да. Неприятность. Ну, шахтерам придется дефаться здесь. Гоблины это сильно, кстати. Гоблины это сильно. Ну ладно, мне надо дождаться двойного эликсира и пойти в атаку с адской гончей, и все. И будет жестко. А, у тебя еще такая штуковина есть. А у меня только... А, нет, у меня еще есть это самое. Да, у меня есть охотник, и это хорошо. Это хорошая новость. Мы сейчас охотника сразу же заюзаем. Против этого пламика. И вот теперь... Да-да-да. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Минус эти товарищи. Вот сюда еще шахтера. Этого тоже добили. И тогда армию скелетов. У него, по-моему, там не очень все хорошо. Придется ему, наверное, этого... как его называют? Дровосека жертвовать? О, это минус вышка. Пламенный. Ха-ха! Я смеюсь в твою зевоту. Насмешил. И поблагодарим его. И раз он такой мерзкий, вот тебе еще. Ограбили еще одного. Погнали дальше. Слушайте, вот бочка со скелетом, с гоблинами-то мне понравилась. Но я ее, наверное, пожалуй, возьму. Или как? Да, давайте я ее возьму, наверное, потому что можно будет, когда явно он вложится в... Ой, здесь точно ведьма. Когда он вложится в ад... О, здесь точно... Ой, у меня имба собирается. И королевскую почту под конец. Так вот, когда он наконец-то даст мне сказать, что он вложится в атаку, то я ему буду закидывать туда гоблинские бочки, и он будет страдать. Так. Ночная ведьма. Ночная ведьма. Тра-та-та-та-та. Ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Я еще прикрою ее обязательно этим ледяным. А, у тебя есть такая штуковина. Это неприятно. А давайте ее законтрим гоблинской бочкой. Нет! О, да ну нет! Куда ж ты развернулась-то, тупица? Все так хорошо было. Бы, если бы план сработал. Давайте будем спасать. Спасаем. Спасаем нашу ведьму, убей. Ну, давай. Фух, кровожадный клэшард. О. Не добил. Давай еще что-то трать. Ага, хорошо. Так, давайте вот так ночную ведьму поставим. И вот так, наверное, Коргига имеет смысл или нет. Нет, давайте не будем пока жестко вкладываться. Вот так вот ледяного голема я поставлю, пожалуй. А чем мне убивать эту мразью? Огненную. Мразью. Ну стрельни ты уже. И вот сюда, гоблины. Да зараза! Ладно. Тогда повозка с пушкой остается. Как вариант. Я, кстати, забыл, что мне это тоже дефаться надо будет. Так, погнали. Повозка с пушкой здесь. Добей. Да добей ты ее. Живучая еще, смотрите, какая... Ну, зараза. Ну, чё, тащи. Не тащит? А-а-а. Опять эта розовая, крашеная
с ракетой. Кто дал Кравшина этой ракету вообще? Смотрите, что она творит. Ну, вот так вот давайте. Вот так вот и королевская почта здесь пригодится, наконец-то. Бамс. Все, конец атаки. Здесь у нас, пожалуй, повозка с пушкой для начала. И... и гоблинскую бочку пора бы закинуть туда. Да ну ты запарил! Просто эта штука, она всю мне игру ломает. Как она меня бесит. Просто раздражает. Дайте стрелы! Кто-нибудь, дайте стрелы! Тут одна мразюка разошлась. Жесть. Ну, придется ждать, чтобы на нее королевскую почту скинуть. Просто отстань от меня, розовая мерзость. Жесть, она меня достала. Я ее прям физически ненавижу. Прям серьезно, прям она бесит. Давайте, наконец-то. Да гоблин, добей. Хорошо, все, все, все. Имбу собрал, а вот одна розовая крашеная ракетчица мне все портила. Сдался? Молодец. Какая она... тю, и отпрыгивает, тю, и отпрыгивает. А у меня... она-то отпрыгивает, а горит у меня. Вообще бесячая. Мне не нравится это испытание. Оно меня... оно это вызывает какие-то эмоции неприятные. Ну, стрелы. Стрелы, стопудово. Просто не надо мне больше такой радости. Гоблинский бур возьму, потому что электрогигант... хотя электрогигант жестко тоже... Вот вопрос, повозка с пушкой или сплэш-карта? Сплэш-карта это сильно, и убивать ее будет почти нечем. Но мне надо будет как-то убивать электрогиганта, поэтому повозка с пушкой, наверное. Ого, стопудово! Лучше, одна из лучших карт в этом испытании, это ведьмина бабка, поэтому если ее и можно, то нужно. Вот. И шахтер у меня еще есть, тоже хорошая новость. Шахтер, гоблинский бур... угу, угу. Сразу он начинает вот так вот, да? Ты сразу махаться, да, предлагаешь? Ну давай ведьмину бабку поставлю так, разведывательную. Конечно, не стоит такую ключевую важную карту сразу так выставлять. Но я думаю, что сработает. Сработает мой план. Давайте так. Давайте-ка я... наверное, я... да я даже не знаю. Наверное, давайте вот так сначала этого, потом пламенного. Жаль, конечно, мою ведьмину бабку. Так безду, так я ее слил. Но сейчас у нас пламенный, между прочим, пойдет. Осталось только его прикрыть как-то. Стрелы... не, не буду, он плохо он поставил. Да, дракончик справится. И погнали в атаку. Это может быть вообще как бы... нет, не может быть. Если только шахтера вот сюда зашлю. И стрелы, стрелы, обязательно стрелы. Палача ранили стрелы. И у тебя только сейчас, прям сейчас сейф раскроется. Без рифмы, ну да ладно. Блин, пламенный тоже классная карта для этого испытания. Для того, чтобы как раз таки выжигать вот эти вот сейфы открывать. Ужас. Даже страшно будет пересматривать, как я только что что-то исполнил. Ладно. Давайте тогда финальную каточку. Скроем финальный сейф. Возьмем гоблинскую бочку. Феникса? 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 Нет, наверное, мушкет-то жесткий в этой испе, наверное, будет. Но я Феникса возьму. Потому что там яйцо. Яйцо мало кто будет трогать. А нетронутое яйцо, оно... о, это пламенного. Это пламенного. Это точно. Пека пока доползет. Я ее 100 раз законтрю. Хотя без вышек, наверное, это будет не так просто сделать. Ну чё? Давай, стражи против этого. Ой, у меня еще и сборщики есть. Сразу поставлю. Он что, дает мне просто поставить сборщик?
Он, кстати, сейчас 8 потратил. Ждем до фула. Эликсир. И будем как-то дефаться. Давайте Феникс для начала. О, ты решил прям вложиться, да? Прям all-in. Ну давай вот сюда гоблинский бур, чтобы справляться с этим. Этого растворили. Стражи, чтобы жил мой Феникс. Яичко сейчас вылупится. Сюда гоблинская бочка. Все, погнали. Я не настроен проигрывать. На тебе ярости подкинем. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, ты проиграл, братан. Сейчас пламенный все сделает, как надо. Пламенный вообще топчик для этого испытания. Как все жестко начиналось, сложно. И как все в итоге закончилось. Быстро. Я думал, я не вложусь в 20 минуточек. А вложился. Ну что, друзья, вот такое испытание. Надеюсь, против вас не будет попадаться. Вы поняли, кто. И надеюсь, что если будет попадаться, то у вас будут... Вы поняли, что. Потому что иначе вы будете гореть, как вы поняли, кто. Все, на этом все. Настоящим грабителем ау. И удачи в прохождении этого испытания. До новых встреч. Всем пока.